Доброе утро. Сегодня 5 января. Я стою на кухне, записываю вам этот ролик, а сама уже приготовила себе завтрак. Сегодня я буду дома, хотя вчера говорила вам, что еще думала, что не хочу дома, но вчера взяла компьютер домой. Все, 2 дня буду работать дома, потому что наблюдаются все-таки каникулы у поставщиков и все-таки попроще. В офисе можно мне не быть, а я могу работать дома и даже платежи с дома сделать. Вот и все. Свои отчеты буду делать сама дома. То есть в офисе мое нахождение не принципиально. Поэтому я сегодня дома. Семена завела в садик уже. Вот, поэтому сегодня даже еще не расчесывалась. Но завтрак уже приготовила. И загружаю вам видео. Сегодня ночью допоздна делала видео. Большое оно, правда. Вот, посмотрите, чем я вчера занималась. Ну, немножко позавчера. Вот, так что, ну, дома буду что-то все равно. Как-то можно отвлечься, можно что-то сделать. Ту же стиральную машину включить, через время развесить, что-то покушать. Потому что вчера я вообще без обеда была даже. Вот, вместо того, чтобы на обед съездить, покушать, я ездила на дом. Вот, ну, не буду рассказ, смотрите в прошлом ролике, или вы уже посмотрели, я думаю, вот, такие вот дела. Так что Прошка у меня спит, Прошку хотела бабушка сегодня забрать, но, увы, у Прохора английский завтра, поэтому отвезем Прохора, либо я отвезу завтра, либо там бабушка послезавтра как-то возьмет. Короче, решим. И вроде бы у нас налаживается погода. Мама сказала, что будет минусовая температура. Там что-то даже до минус 7. Даже снег нам мама пообещала. Так что держим, скрестим пальчики и ждем хорошей погоды. Потому что хочется, чтобы все-таки была снежная, умеренно снежная зима. Вот, а не вот та слякоть, которая в предыдущем ролике у меня на доме. Вот, так что вот такие дела. Все, всем хорошего дня. Оставайтесь, не выключайтесь. Вот мой завтрак. Овсяный блин, кто не знает. И кофе без сахара. И вот я себе такую нарезочку себе сделала. Это кушать с овсяного блина. Так что очень вкусно и сытно. Ну все, приятного аппетита, кто тоже кушает. Кружка у меня, удивитесь, я из Беларуси, а кружка у меня вот такая. Вот. Ну, некоторые знают, почему она такая. Кто не знает, пишите. Спрашивайте, расскажу, напишу. Привет всем еще раз, моим подписчикам, зрителям, гостям моего канала. Я сегодня с такой просьбой, с предложением к вам. Вот. Что я хочу сказать. Значит, расскажу я вам сначала такую историю, почему я так решила, да, ну, с такой просьбой вообще выдвинуться. Я 2 января наткнулась в рекламе на один канал. Очень мне было интересно, хотя это не моя, скажем, там даже тематика, но это обычный жизненный канал, где семья переезжает, там две сестры переезжают из Казахстана в Россию. И я увидела, как растут подписчики. Буквально создан канал, наверное, в октябре где-то, да. Я очень рада, искренне рада всей вообще, ну, своей душой и сердцем за этих сестер. Это позитивные девочки. И я увидела, как... Ну, мне же тоже ведь в рекламе попался этот канал, да, и я увидела, как этот канал распространяется очень быстро, и подписки, зрители, возможно, там весь Казахстан или почти весь мечтает уехать из Казахстана в Россию, потому что тематика там все время переезд из Казахстана в Россию, они переехали, вот, как раз перед Новым годом. И снимают ролики. Ролики сами по себе не имеют никаких там суперобработок или там еще как-то, просто снимаются, жизнь просто монтируется, никаких музык не накладывается, ничего. Но YouTube подцепил этот канал и очень-очень быстро раскручивает его. Он его рекламируют везде, да, вот, я не думаю, что там прям девочки везде кидают, нет, я не думаю, ну, вот, они позитивные, искренние, мне они очень-очень по душе понравились, я сама их с интересом смотрю, и первые даже так сутками там смотрела их, да, когда были выходные как раз, но я когда их нашла, у них было 9 с лишним тысяч подписчиков,
Это было 2 где-то января, да? Сегодня 5 января, позавчера вечером, ночью, я Прохору показывала, говорю, смотри, Прохор, 12,7 тысяч подписчиков. На следующий день я пошла на работу, вечером пришла, открываю, 14,3 тысячи подписчиков. 14 тысяч подписчиков, да? То есть 12,7, там, ну, за сутки там больше 1000 подписчиков, супер, да, или сколько там было. Моему же каналу, причем у них на сегодняшний день 43 видео. И видео там такие, по 13 минут, и по 8 минут. Не... Короче, вот вообще нету каких-то так, даже теги может написаны, хэштеги не написаны, да. Скажем так, просто повезло, телефон у меня... прервал, да? Так вот, что я хочу сказать. У меня моему каналу, конечно, уже много лет, уже 3 Нового года даже есть на канале, да? То есть вот-вот в весной, май, по-моему, месяце, это будет вообще 3 года. То есть YouTube, конечно, меня раскручивать уже не будет. Но мне очень бы хотелось свой канал как бы вести там дальше, да, и развивать. У меня есть зрители, которым полюбилась я, полюбились мои детишки. Большое спасибо. Есть, например, даже землячка Наталья, которая мне очень приятная, всегда пишет слова и всегда переживает, где же я пропала. Спасибо вам за это, да. Я это все ценю. Вот, и очень-очень хотелось бы... Ну, мне не кажется, что у меня такой какой-то там... тупой канал или что-то еще, то есть обычные многие такие каналы ведут, да, вполне, ну, но мне бы от вас хотелось бы, первое, чтобы вы написали, что вас цепляет в моем канале, что вам нравится, да, второе, что вам не нравится в моем канале, третье, чтобы вы, может быть, хотели бы, ну, больше видеть на моем канале, причем, если кто-то скажет, что я сейчас мало выкладываю видео, раньше я выкладывала каждый день, даже в день пробовала несколько раз в день. Не прокатывает, все равно не было такого, что меня подцеплял как-то YouTube и куда-то кидал. Все, то есть меня YouTube не раскручивает. Соответственно, хотелось бы, конечно, как и всем нормальным людям, вести канал и видеть какую-то отдачу еще, да, положительную, какой-то рост, это мотивирует, это стимулирует на что-то, ну, лучшее. Ну, это как бы это просто наша человеческая жизнь, и человеческие какие-то такие качества, они как есть, так у меня есть такие же, да, вот, поэтому хотелось бы, чтобы вы мне вот, ну, написали это, я немножко так прочитаю, проанализирую, да, выкладывать опять, то есть я когда изучила, то есть у меня была ошибка, наверное, ну, что у меня немножко два контента, и стройка, и влоговый канал, я разделила вроде как стройку, ну, не могу сказать, что там что-то пошло, или настолько Беларусь неинтересна, я не знаю, да, но я в этом, ну, как-то не знаю почему-то, может, я такая невезучая, да, но мне кажется, что, не тухлая я, мне кажется. Ну, если тухлая, она занудная, напишите так. Вань, ты тухлая, занудная, что ты хочешь, да? Так как есть, напишите. Вот. Что еще? Напишите, что вам нравится, вот, ну, на моем канале. Что вам не нравится? Ну, может быть, если кто-то только предпочитает какое-то творчество, конечно, тут я уже ничем не помогу, потому что я, если честно, не творческий человек вообще. Вот, я такой реалист. И, ну, реалисты, наверное, творческими маловероятно бывают, да. Вот, что еще? И еще чего я хочу, вот у меня основная такая просьба от вас, да, это, конечно, помочь продвижению моему каналу. Что вы можете для этого сделать? Конечно же, смотреть мои видео, старые видео смотреть, везде нажимать класс на мой ролик и писать много комментариев. Можно не одно, много, ну, все блогеры, они знают, что такое написать много комментариев для продвижения. Я сама пишу многим там по 6, по 8 комментариев, чтобы поддержать. Это не просто от того, что я не могу в одно написать. Это для того, чтобы активность передать каналу. Вот, поэтому пишите много комментариев, да, и еще, что я хочу, я вас прошу прорекламировать меня в своих каких-то соцсетях, каких-то группах, где-то, может быть, вы общаетесь, сама я это сделать вообще не могу, честно, мне кажется, это не скромно, вот у меня прям стоит какая-то блокировка, вот, вы мне этим очень-очень поможете, вот.
Что еще? То есть в соцсетях можете выбрать несколько роликов, можете выбрать какой-то ролик, можете с периодичностью. Я вам, если честно, буду очень-очень благодарна. Давайте попробуем такой способ. Не откажите мне, будьте добры. Это несложно, не нужно таскать мешки, но, может быть, это как-то поможет мне и придаст мне какую-то, ну, такую стимул для дальнейшего развития канала. Потому что, ну, вот как-то... Реально как-то тухло не развивается мой канал. Так что спасибо всем большое. Если вы об этом задумаетесь, помогите, будьте добры. И все помните, добро, оно всегда возвращается. Даже если не от меня, а от кого-то другого, за меня, оно вам обязательно вернется. Пока!